Давай ешь. И я должна это съесть? Да. А такое чувство, что до меня его уже кто-то съел. Да, конечно, это выглядит неаппетитно, зато это здоровая еда. А выглядит как минимум приболевший. А можно я буду есть нормальную еду и при этом худеть? Слушай, есть один способ. Можно есть все, что угодно, но при этом нужно пить отвар из трав. Вот давай только без трав. От них еще больше есть хочется. А, нет, и не про те травы. Эти травы помогают похудеть. Ну и как они помогают? Они не позволяют жирам усваиваться в твоем организме. И как бы все выходит. Что, понос, да? Почему сразу понос? Диарея. Нет, я на это не соглашусь. Хорошо, тогда выбирай либо отвар, либо это. То есть либо диарея, либо... Диарея? Ну ладно. Была не была. Давай свой отвар. Ну прости меня. Ага. Ну я же не знала, что на эти травы у тебя аллергия. Я думала, что они как-то по-другому подействуют. Они по-другому и подействовали. Ой. На НЛО ТВ.